Всем привет, народ! Помните, мы с вами ремонтировали динамик? Ну, там не перемотка была, а ремонт магнитной системы. После выхода ролика многие попросили, чтобы я показал, работает ли блок, преобразователь-усилитель с этой бочки. Вот. Как вы знаете, я нашел на свалке и корпус сабвуфера бочки, и динамик, и блок усилителя. В общем, все практически нашел, кроме проводов. И, конечно же, мне тоже стало любопытно, будет он работать или нет. В принципе, узнать это нетрудно. Чем мы сейчас и займемся. Подключение здесь простое. ГНД минус. Вот тут отмечено. Плюс 12 вольт это силовой. И сюда тонким проводом, обычно от магнитолы, подключается REM-контроль. То есть при включении магнитолы сюда подается слаботочный импульс, и он запускает сам усилитель. А силовые провода, вот эти вот плюс-минус, они подключены проводом хорошего сечения на постоянку. То есть минус на кузов или на клемму аккумулятора, и плюс с клеммы аккумулятора. Далее тут вход у нас и регулировки. Предохранитель на 15 ампер. А динамик сам подключается. Вот один провод. И тут видно остатки второго. Вот вместе вот этом. Но для начала мы вообще его сейчас попробуем подключить к блоку питания, подать напряжение и посмотреть, что же получится. Будет ли хоть какая-то реакция, по идее, должен начать светить светодиод, говорящий о том, что блок питания в готовности. Для проверки между плюс 12 вольт и клеммой REM я подключу перемычку. Тут болт тоже, винт затянем. И все, на место перемычки подаем плюс от блока питания, сюда минус. Смотрим. Подключаем. И сюда подключаем. О! Пол ампера у нас потребление. Чуть меньше. Напряжение 14,4. В принципе, это нормально, потому что на заведенной машине примерно в таком диапазоне напряжение бывает. И данный блок должен его без проблем переваривать. Ну что ж, это уже радует. Значит, теперь нам надо колокольчики, провода вот сюда подключить и подключить наш динамик. Вот на эти вот точки. Раз и два. Что сейчас, в принципе, сделаю? Все, я припаял плате. Сейчас припаиваю к динамику. Так. Лучше. Будет удивительно, если блок рабочий. Потому что одно дело, старую бытовую технику люди выбрасывают, не хотят ремонтировать. Ну, чтобы сабвуфер автомобильный выбрасывали. Мне еще такого не попадалось. Все, можно подключать. Только где-то переходник, колокольчики найти. Ну ладно, это мы сейчас... Смотрим, ребят. Я подключил, решил запустить. Видите? Постоянка на динамике присутствует. Это значит, по выходу транзисторы... Скорее всего, в пробое. Так что запустить, послушать у нас не получится в этом ролике. Зато мы проверили, выяснили, работает или нет. Значит, следующий видос у нас будет ремонт блока усилителя преобразователя от сабвуфера. На этом пока все. Кому понравилось, пальцы вверх. А также пишите в комментариях, кому интересен ремонт. Посмотрим, сколько таких желающих наберется. Ну и, конечно же, жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить ролик с ремонтом.
Я постараюсь сделать это в ближайшее время. Сейчас немножко завал с делами, но все же часик-другой выделю для такого дела. Всем пока, скоро увидимся.